Хочу показать и рассказать про препарат Диронет. Это капля на холку. Вот спотон, значит, капля на холку. Это для кошек, есть еще для собак такие, от глистов и блох. Вот видите, написано от блох, вшей, лосоедов, саркоптоидных и демодикозных клещей. В состав входит прозиквантел и ивермектин. Здесь 3 капсулы по 1 мл. Тут в инструкции написано, сколько нужно какому животному, по весу рассчитывается. Ну, в общем, в целом, наверное, где-то примерно 5-6 килограмм животное, кошка взрослая. Ей достаточно одного флакончика вот такого. Тут вот для кошек этот Диронет. Внутри коробочки есть даже наклейки для того, чтобы наклеивать их в ветпаспорт, в котором отмечаются все прививки, все травли, блох, листов и прочего, все лекарства. Ну, тут инструкция есть. В инструкции написано, что можно травить один раз в месяц. Ну, можно раз в 2 месяца. Слушала я тут ветеринара, которая говорила, что не вредно травить раз в 2 месяца глистов и блох кошки, особенно той кошке, которая гуляет на улице. Вот, и поэтому для 3 кошек этого вот хватит. Для 3 кошек или на 3 раза кошки. Вот видите, Диронет Спотон. Наносится на холку. Берешь, раздвигаешь кошке шерсть в районе лопаток и на кожу прямо между шерстью выливаешь это. Некоторые кошки очень брыкаются, им не нравится запах. Вот, запах довольно химический такой, достаточно резкий запах. Он проходит быстро достаточно. Ну, может быть, на следующий день уже. Примерно на следующий день уже его не будет. Но сутки точно будет пахнуть шерсть. Кошкам, конечно, не всем нравится это. Некоторые кошки ничего не замечают, даже живут себе и живут. А некоторые кошки очень, у меня вот Макс, очень брыкаются. Вот. Такое прекрасное средство. Стоит оно, в Сиверской здесь купила, стоит 390 рублей. Но каждая пипеточка получается 130 рублей. Это, я считаю, неплохо. Вот, учитывая, что здесь и блохи, и глисты, и все остальное, все можно потравить. Ну, в интернете можно найти даже за 305 рублей. Со скидкой есть. Надо искать в интернете. Я купила вот просто в аптеке ветеринарной, потому что было срочно нужно. Но на самом деле есть и добывать дешевле. Это хорошее средство. Диронет называется. Вот. С другой стороны, что здесь? Здесь рассказывается о составе, о том, против чего это, против эндопаразитов и эктопаразитов. Способ применения, все написано. Ну, это очень просто, это легко очень. Травить этих всех паразитов, это очень-очень легко. Вот, прозиквантел и вермектин. Завтра накапаю на холку моим друзьям, которые у меня приходят в гости. 2 кота, которые могут заразить меня, всю мою котосемью из 6 животных. У всех у нас протравлено только что, мы травили. А эти пришли, и я смотрю, что они-то тоже больные. У них-то тоже блохи. Поэтому будем травить.